5 августа деревня Слободищево сельского поселения Якотское отметила свое 445-летие. В далеком 16 веке она называлась Слободище, в ней насчитывалось 7 дворов и принадлежала она Троице-Сергиевому монастырю. Крестьяне любили селиться по берегам рек, ведь вода – это жизнь. По берегам сплавляли лес, возили товар на лодках и плотах. Деревня Слободищево находилась на берегу реки Веля. В ней крестьяне ловили рыбу и раков. Вдоль реки они выращивали лен, из которого ткали полотна. К юбилею своей деревни жители совместно с администрацией сельского поселения Якотское подготовили праздничную программу. Пригласили ансамбль Дома культуры поселка Оливидово, главу поселения Юрия Жигалова, директора агрофирмы «Дубна плюс» Виктора Сидорова. Пели и танцевали, славили свою землю. В рамках праздника в деревне был торжественно открыт краеведческий музей «Повелья». Он появился благодаря стараниям староста деревни Владислава Есипова. Это уникальное хранилище русской старины, древних артефактов, предметов быта основал в середине 90-х годов прошлого столетия отец Владислава Александр Есипов. В прошлом советский учитель, основавший кружок советско-германской дружбы. В 1980 году он приехал из Москвы в Слободищево и начал изучать историю деревни. Вот так по крупицам был создан полноценный краеведческий музей. В этом году в деревне Слободищево исполнилось 445 лет с момента упоминания деревни. Конечно же, точной даты, когда деревня возникла, ее нету. Но известно, что в 1570 году уже было 7 дворов. Ну а 7 дворов – это могут сразу приехать, например, 7 братьев и осесть. А может быть, это же целых 7 колен одного человека. То есть это может еще плюс 100 лет. Но тем не менее, есть документ, и 445 лет с момента его упоминания деревни Слободище. Значит, в субботу мы отпраздновали этот юбилей, и плюс к этому приурочили открытие нашего нового здания краеведческого музея. Теперь у нас Слободищевский краеведческий музей Повелья. Почему Повелья? Потому что наша деревня располагается на берегу реки Веля. И, в принципе, ну, так же, как все практически населенные пункты в России, они всегда селились по рекам, потому что река – это жизнь. И, соответственно, наша жизнь – это река Веля. Музей расположился в старой избе. В четырех небольших комнатах Владислав Есипов вместе с супругой Татьяной аккуратно разложили по полкам собранные за 20 лет уникальные экспонаты, рассказывающие о жизни и быте крестьянства. Среди них чугунные утюги, кованые серпы, подковы, гвозди, вилы, деревянные челноки и прялки, сапожные колодки, глиняные крынки, медные самовары. В комнате, где расположена главная экспозиция, на стене висит большой кованый ключ – подарок от местных жителей. Они называют его ключом от деревни Слободищево. В одной из комнат собраны документы об истории деревень Повельского стана. Например, вот эта грамота за 1939 год, выданная местному колхозу «Трудовик» за большой урожай зерновых на диких подзолистых почвах. Отдельная страничка истории деревни – Великая Отечественная война. Сегодня Владислав восстанавливает имена и отчества погибших односельчан и планирует установить в их память мемориал.
Гостей было много. Значит, было много, во-первых, местных жителей, много было молодежи. Ну, по моим подсчетам, ну, порядка 230 человек было вот на самом представлении. Мы подготовили историко-культурную программу, где девчонки, ну, 15-летние наши ведущие, дебютировали в качестве ведущих. Были частушечники, были ансамбль, вокальный ансамбль «Надежда», с Левидова приехал нас поздравить. Приехали поздравить жители Савина, жители Ильино, что, в принципе, очень понравилось и очень здорово. Конечно же, нас посетил и представитель администрации. Юрий Алексеевич Жигалов, глава поселения Якотское, был генеральный директор Дубна Плюс Сидоров Виктор Павлович. Поздравили, пожелали расцвета, сказали, что всем, что могут, помогут, и не останавливаться на достигнутом. После праздника, конечно, на праздник местные жители, некоторые говорят, да вот, что это, как бы, что будет, пойдем, не пойдем. Уходили все с одним настроением. Ура, здорово, и давайте устраивать дальше, и пусть это будет традиция. Ну, в принципе, я себе такую цель ставил. Ну, наверное, у нас получилось. Конечно же, я не один был. Ну, большая поддержка, конечно, моей семьи, это Татьяна и Саша. Очень большую работу провела Зайцева Вера, которая как раз работала больше с ведущими, вот с частушечниками. Помогли местные жители даже вот эту вывеску нарисовать, повесить. Эту вывеску, общедеревенскую вывеску. А это же тоже, это труд, это время, это творчество. Особое место в музее занимают швейные машинки легендарной немецкой компании «Зингер». Их в коллекции Владислава целых 10 штук. Почти все эти предметы передали в дар музею жители Слободищева и соседних деревень. Например, краевед из села Ильино Константин Ивойлов подарил вот эти деревянные жернова, с помощью которых крестьяне мололи из зерна муку. Большую помощь в организации музея оказали семьи Шулиных, Шутовых из деревни Слободищева. Известный в нашем районе краевед, житель соседней деревни Савино Михаил Самородов передал в музей архивные документы, фотографии, предметы быта крестьян. Я, конечно, призываю вот всех местных жителей, а у нас сфера интересов – это Левидовская волость, то есть это Левидово, это Савино, Слободищево, Измайлово, Мартыново, Колотилово, Гора, Ильино. Делиться информацией, потому что понимаешь, что она бесценна. И, к сожалению, она уходит вместе с людьми. Ну и, конечно же, сфера наших интересов – это река Веля. Веля, она относительно в российских масштабах небольшая. Она начинает исток ее в районе Сергиева Посада и впадает она в реку Дубну. Но, тем не менее, сколько деревень расположилось на ней, сколько разных историй. Ну, например, деревня Хомяково, Сергиево-Посадский район. Сохранилась брусчатка. У меня уже один сосед говорит, вот был там на работе, по работе, спросил у местных, а что это значит? Оказывается, там был Дмитровский тракт шел через деревню. Или, например, опять же, за Савино, за деревней Савино, есть место, называется «Отхожее место». Ну, сейчас это звучит совершенно ужасно. А оказывается, что когда поляки наступали во время смутного времени на Россию, и в частности на Троице Сергиеву Лавру, которая выстояла, они отходили нашими местами. И как раз вот около Савина был первый привал.
Музей уже готов принимать экскурсии. Есть договоренности с Левидовской средней школой. Все желающие после посещения музея могут приобрести памятные сувениры – значки, брелки, магниты с изображением природы и самой деревни. Время от времени дружная семья Есиповых проводит на территории музея детские развлекательные программы и угощает ароматным иван-чаем. В ближайших планах Владислава официально зарегистрировать музей, создать его сайт и открыть экспозицию ремесел древнего Павельского стана. Кстати, название свое «Павелье» музей как раз и получил благодаря протекающей рядом живописной речке Веля. О ней до сих пор в народе ходят легенды. В этом году Владислав Есипов решил подать заявку на премию губернатора нашей Подмосковья. Он надеется, что его труды по созданию музея не напрасны и будут по достоинству оценены на конкурсе.